как маленькое чудо буквально. Я обзванивала также, искала платные услуги, платные клиники. Тот же Гольцман, у них даже платно, они записывают только на середину апреля, опять эти полтора месяца. И только консультация, что это потом, раньше никак. Но мы нашли вот в Питере Монтака Федорова. Отзывчивые очень девушки. Вот на ресепшене были простые колл-центры, просто девушки. Да, и они говорят, а вы можете подождать? Мы прямо сейчас по внутреннему свяжемся с нашими специалистами оттуда. Я говорю, конечно, подожду. Созваниваются, объясняет кратко ситуацию. Она говорит, а вы можете еще подождать? Мы сейчас по внутреннему на врачей выйдем. Выходит, а тот доктор, который в свое время мне отказал по электронке, говорит, ну все, я не могу ничего помочь. Он лично взял трубку, говорит, что за ситуация? Кратко объясняю, август, травма, так, такие проблемы были, там обследовались. Сейчас стоит такой диагноз. То есть субатрофия глазного яблока, там острый увеит. Он говорит, срочно ко мне, когда сможете приехать.